Дорога по Восьмой Просеке тянется от улицы Солнечной до самого берега Волги. Это один из излюбленных маршрутов у жителей микрорайона. По нему можно быстро добраться до пляжа. Немаловажно и то, что рядом располагаются два медицинских учреждения – реабилитационный центр для инвалидов и один из корпусов областного онкологического центра. Состояние проезжей части по Восьмой Просеке в последнее время вызывало у жителей недовольство. Но в текущем году дорога попала в перечень обновляемых объектов и во время дорожно-строительного сезона была отремонтирована на средства профильного НАСПРО. Не везде было удовлетворительное основание, поэтому вот пришлось где-то, чтобы на полную ширину дорогу сделать какие-то локальные уширения, штробы, чтобы улицу довести до какой-то средней вот ширины, где-то 6 метров. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проезжую часть от перекрестка с улицей Солнечной ремонтировали на площади в 10 тысяч квадратных метров. Уложили новое асфальтобетонное покрытие, выровняли профили и установили люки колодцев на один уровень с дорогой, заменив старые на новые, антивандальные. Для обновления покрытия использовали современные материалы – смесь ЩМА-16. Объект полностью готов и прошел этап приемки работ. С помощью измерительного оборудования специалисты дорожного хозяйства совместно с подрядчиком и представителем общественности оценивали дорогу в соответствии с заданными параметрами. Проверили просадку и уклон, измерили длину и определили ширину проезжей части. Мы видим, что дорожное полотно соответствует всем нормативным документам. И вот мы сегодня с вами принимали эту дорогу, и мы воочию посмотрели по документам, что дорога соответствует всем нормативам, и она действительно безопасна. Более того, мы сейчас замечаем по плотности движения, насколько автомобилистов стало здесь больше. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова городская власть уделяет повышенное внимание качеству дорог и развитию транспортной инфраструктуры. Только в этом дорожно-строительном сезоне в Самаре уже обновлено более 40 участков на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.